Питер, привет, родной город! На сцене бригадный подряд! Любезным зрителям почти что все простительно. Давайте такое, на самой первой песне. Друзья мои, разрешите мне с вами поздороваться. Вы не против? Привет! Ребята, так рок-звезд не встречают. Привет, родной город. Ну тогда добро пожаловать на борт бригадного подряда, вашу мать. Я дарю в парусах, и капитан своих друзах. Пусть я подорвал, пусть я подорвал.
сидит чудовище, поставив наши данные на него. Мы четко знаем, они нас понимают, и очень очень трогают это что. Без спать!
коротенько рассказать эту шучупательную историю. Мы приехали вот ночью, да, на сегодня, точнее уже сегодня ночью приехали. Представляете, размудоханные, ну вот в корень просто, реально. 20 концертов до этого сыграли. И переездом мы проехали там 12 тысяч километров. И знаете, мы сделали один единственный звонок нашему фан-клубу «Бригада подряда Питер». И несколько крепких парней, бросив свои теплые постели, приехали, чтобы таскать наши сундуки вот сюда, вот на этот высокий третий этаж. Вы знаете, мне кажется, что в этом проклятом пошлом мире все равно есть дружба. Это «Бригада подряда». У них есть несколько слов к многоуважаемому Анатолию Борисовичу. Танюша, пожалуйста. Грабь платы лишь
что вышло. Кстати, кто из вас послушал наш новый альбом? Молодцы! Остальным послушать. Следующая песня называется «Вера, надежда, Бабло». Мир состоит из трагедий, тебя никто не простит. Ай, дай, 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 Let's go, 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 let
Друзья мои, следующую песню, наверное, можно не объявлять, потому что песни лет 600, наверное. И там поразительно умный текст, который особенно в этом городе воспринимается как с особой какой-то теплотой. Парару рап, пап, пак. Очень хорошо. Парару рап, пап, что логично, в общем-то. И тоже, соответственно, ничего. Итак, поем вместе. Парару рап. Песня, вот как и все песни бригадного подряда про любовь, да, вот сейчас была про любовь несчастную, следующая песня вообще «Туши свет, бросай гранату». Вот вы представьте, да, вот девушка утром просыпается, ей надо на работу, она красится, а ее молодой человек, он лежит в кровати, ему не надо на работу, потому что он, блядь, блогер. Вот он лежит, у него слюни по подушке, потому что он вчера бухал. Вот в семейных трусах яйца вывалились сбоку. А вот она вот уходит на работу и так вот кидает на него взгляд уходящий. И такая: зачем я полюбила идиота? Зачем я полюбила идиота? Зачем я полюбила идиота? Зачем я? Нормально, я вижу, меня здесь понимают. Поехали! Зачем я полюбила идиота? Зачем я полюбила идиота? Зачем я? Я зачем полюбила его?
Это означает, что следующая песня называется «Полярник». Каких-то полгода, теперь ты меня называешь уродом, а я ведь берет честь моду, почему ты себя повел кубастых подружек, чтобы рассказать ему, что нет меня хуже, что я отстой. Мне помогли ни стихи, ни цветочки, я готов был продать свою правую почку. Я был словно ангел, летящий над городом, но от меня все вело холодом. Ильяс обманул, у меня еще день рождения через 2 недели почти, вот, поэтому я еще пока 49-летним могу побыть немного. Но старуха с клюкой приближается все ближе и ближе сзади. И в такой момент думаешь, вот реально, как жить дальше? С одной стороны, можно заняться спортом, бросить бухать и добить свое здоровье в спортивном зале. С другой стороны, можно поступить очень просто. Вот хорошо бы вот сейчас коньячку бы хороший бокальчик, да, лимончиком. И так поступать каждый оставшийся день. Просто катиться, 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 катиться вниз. Я не могу спать.
высоко, то в одиночку этим заниматься не очень хорошо. Для любого занятия в жизни вам обязательно нужен друг. Положите руки стоящим рядом людям на плечи. Не бойтесь, положите. Мандавошки не набегут, все в порядке. Возможно, рядом с вами стоят в будущем ваши самые настоящие друзья. Следующая песня «Друг». Передышки, а завтрашний прогноз недели на мороз. И скажет друг тогда: возьми моя пальчишка, но тебе нужней, тебе же холоднее. И скажет друг тогда: возьми моя пальчишка, оно тебе нужней, тебе же холоднее. Ты намотал на стол любимое авто. И скажет друг тогда: возьми мою машину, она тебе нужней, а я пойду пешком. И скажет друг тогда: возьми мою машину, она тебе нужней, а я пойду пешком. Сюрприз. Кто был когда-нибудь у нас на акустических концертах? Я надеюсь, что в следующем акустический концерт все остальные тоже побывают. Сейчас у нас для вас маленький акустический подарок. Не
Ну, приятно. Сюда. Сейчас будет исполнена песня. Это вообще самая первая песня, которую я спел в составе бригадного подряда. Я спел. Итак, о, заработало. Следующая песня называется «Красота сожрет этот мир». Следующая песня, она тоже немножко изменена относительно электрической версии. Песня называется «Такая сладкая жизнь». Так кто сильнее,
здесь не лето, цена гостя. Ты не родишься дважды, и хочет выжить каждый в надежде, что грехи простят. Все сбудется, все сложится, земля летит горошиной. Пусть страшная, пусть пошлая, такая сладкая жизнь.